Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. И сегодня я вас приглашаю в магазин на обзор кухни, техника, столешницы и дистанционная мебелировка квартир в городе-курорте Анапа. Мы вместе с вами сейчас узнаем о всех возможностях, которые нам предлагает фирма VVR Home. Улица Толстого, всем известна, много мебели, 120В адрес у нее. И заходим, посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я менеджер компании VVR Home. Мы занимаемся продажей модульных кухонь и корпусной мебели. Мы работаем в городе Анапа, занимаемся мебелировкой квартиры под ключ. Также мы работаем дистанционно, то есть можно удаленно заказать у нас полностью всю мебель в квартиру. То есть это может быть и кухни, и прихожие, диваны, кровати, столы, кухни. То есть абсолютно любую мебель под ваши пожелания. А вы сотрудничаете с прорабами? Да, конечно, мы работаем напрямую с прорабами. Это удобно и для покупателя, и для нас. Но в первую очередь это удобно для покупателя, так как человек может дистанционно заказать и ремонт квартиры, и полностью ее обставить. То есть пока идет ремонт, в этот момент мы согласовываем замеры, то есть на замеры мы можем выезжать самостоятельно, либо получать их от прораба. Допустим, модульные кухни обязательно нужно учитывать расположение коммуникаций, розеток. А когда мы имеем уже все данные от прораба, то есть нам тогда уже легче под эти все данные, соответственно, сделать клиенту кухню. Либо, если уже на момент обращения клиента к нам есть уже все коммуникации, то есть мы это учитываем. Но бывают такие моменты, когда клиент хочет именно так, а не иначе, тогда прораб готов в этом плане помочь. То есть перенести розетки, то есть переносим мы, особенно это часто у нас момент с посудомойками, когда клиент хочет посудомойку, а выясняется, что посудомойка по каким-либо причинам, то есть уже в установленных коммуникациях, встать не может. Сроки, как быстро исполняете заказ, как быстро привозите, устанавливаете? Ну, мы всегда готовы услышать нашего клиента, когда нужно привести очень быстро. То есть мы по возможности со всеми фабриками связываемся и за неделю можем обставить квартиру под ключ. То есть если нужны модульные кухни, то это срок будет уже от 2 до 4 недель. Менеджеры сами выезжают на замеры, берут с собой элементы визуализации, там примеры столешниц, покрытий, фасадов. И здесь очень выгодно заказать полностью всю мебель на квартиру. Так вы сможете сэкономить на подъемах, доставках, так как будете заказывать все в одном месте. Как долго вы на рынке и занимаетесь мебелью? Наша компания уже более 10 лет занимается продажей корпусной мебели и модульных кухонь. Первоначально мы сотрудничали только с одной мебельной фабрикой, а сейчас уже на протяжении многих лет поставщиков появилось достаточно большое количество. То есть это город Пенза, это Нижний Новгород, Краснодар и Волгоград. То есть уже большой территориальный охват. Вы говорите, что вы работаете со всеми ЖК. А вот мои знакомые купили квартиру в ЖК «Черное море». А там же и счетчики, и котлы, и ниши. Им сказали, что модульная кухня им не подойдет. Что можете сказать по этому поводу? На самом деле, когда ЖК первые дома только сдавал, то есть нам, конечно, было страшно браться за эти проекты, потому что там нетипичное расположение, то есть очень много коммуникаций. Но сейчас со временем уже этот вопрос благополучно решен, то есть у нас масса проектов, которые мы осуществили в этих домах, то есть довольных клиентов и в группах, группы WhatsApp, группы ВКонтакте, то есть нас рекомендуют, и к нам клиенты приходят по рекомендации людей, которых уже там стоят квартиры. То есть, кроме ЖК «Черное море», на самом деле в Анапе очень много комплексов, которые с такими же сложностями, то есть это котлы, это счетчики, это бойлеры, это теплый пол, то есть все коммуникации, то есть это не проблема сейчас на сегодняшний момент, то есть для модульных кухонь закрыть все коммуникации. Сейчас есть и фасады определенных размеров, то есть корпус определенного размера, то есть фабрики модульных кухонь тоже не стоят на месте и следят за всеми изменениями, и сейчас готовы для клиентов предоставить уже большие широкие возможности. Мода на мебель сейчас меняется очень быстро. Какие фасады сейчас актуальны? Ну, по последнему времени могу сказать, что самые заказываемые позиции, то есть это кухни, которые имеют скрытую интегрированную ручку. То есть это то, что у нас не выпирает на фасаде, то есть это у нас скрыто и глазу не видно. Фасады имеют либо саму текстуру разную, то есть это либо текстура декоративной штукатурки, либо это soft-touch покрытие. То есть soft-touch покрытие, то есть это прорезиненная основа, то есть очень устойчивая к истиранию, то есть легко в уходе и в быту, поэтому эти кухни, наверное, сейчас
бьют все позиции. А почему сейчас выгодно покупать модульные кухни? В последнее время могу сказать, что клиенты, которые обращаются к нам, то есть они хотят иметь красивую кухню, но при этом, чтобы она была недорогая. Модульные кухни как раз соответствуют всем этим требованиям. То есть есть возможность следовать новым тенденциям, то есть иметь модные фасады, но при этом цена, то есть за корпус и за сам фасад будет в разы дешевле, чем кухня на заказ. Цена модульной кухни складывается за счет того, что используется недорогая фурнитура, покрытие может быть либо пленка, либо это будет просто ЛДСП, то есть и поэтому, соответственно, цена этой модульной кухни будет доступна большому кругу лиц. Сейчас перекрыты основные поставки импортной фурнитуры. Как вы выходите из положения? Ну, к счастью, модульных кухонь это не коснулось, потому что модульные кухни используют либо российскую фурнитуру, то есть это фабрика Lemax, то есть это российский производитель, давно на рынке, то есть и фурнитура пользуется спросом. А также наши фабрики, когда вопрос мы такой же задавали нашим поставщикам, они нам ответили, что на складах достаточно запасов для того, чтобы выполнить все требования наших заказчиков с учетом их пожеланий. Подписывайтесь на наш Инстаграм и группу ВКонтакте. Дорогие друзья, буду благодарен каждому за ваш лайк, комментарий. Ссылочки полностью все находятся в описании к этому видеосюжету, и вы их увидели на экране. Также можете позвонить по номеру телефона. Благодарю магазин за предоставленную возможность рассказать о них. Надеюсь, что информация в Анапе была полезна, тем более кухня, так сказать, низкой ценовой политики. Все больше встречаю в разнообразных квартирах именно модульную кухню. Вот одну из последних мы с Ильей снимали, там как раз таки, причем за минимальную цену, которую я вообще мог себе даже представить, была в ЖК «Черноморье» установлена кухня из модулей. Так что пользуйтесь и пишите свои комментарии, как вам понравилось, не понравилось, и продолжайте обзор в такой же тематике. С вами был Юрий Азаровский. Жду вашу подписку, лайк и, конечно же, репост. Всем пока-пока.